Лазерные технологии атакуют медицину. Операции, они проводятся гораздо быстрее. Какая доза облучения нужна для вечной молодости? И может ли водный лазер за час вернуть ногам здоровье? Мегаполисы зажигаются по щелчку. Включая Москву. Как города выходят из сумрака. Бывает, что даже мы работаем под напряжением. И что придает мегаполисам дополнительный объем? Дети променяли ясли на офис. Сколько на самом деле стоит спокойствие родителей? Мы потратили примерно 1,5 миллиона рублей. И зачем крупному банку игровая комната? Главные тренды в программе «Инфомания». Смотрите прямо сейчас. Лазерные технологии из боевиков и триллеров приходят в реальную жизнь. Охрана дома, обработка драгоценных металлов и почти все области медицины. Профессионалы всего мира начинают использовать в работе лазеры. Может ли он подарить человеку вечную молодость? Что такое водный лазер? И как проходит бесконтактное лечение? Подробности прямо сейчас. По статистике, сегодня треть женщин планеты и более 10% мужчин страдают варикозным расширением вен. Причем болезнь заметно молодеет. Если раньше на недуг жаловались те, кому за 40, то сегодня все чаще жертвами варикоза становятся люди в возрасте от 25 лет. Но ученые нашли способ эффективного лечения. Совсем недавно российские клиники начали использовать водные лазеры. Было выяснено, что новая длина волны, так называемые водные лазеры, которые имеют длину волны от 1470 до 1560 нанометров, они более преимущественны. Водный лазер точечно воздействует на пораженную зону. Он нагревает воду внутри поврежденных сосудов. Это приводит к высвобождению энергии внутри вены. Здоровые ткани при этом не травмируются. В результате такие операции, они проводятся гораздо быстрее. Реабилитация намного быстрее происходит. Эффективность в несколько раз выше, чем на тех лазеров, которые использовались ранее. Если раньше на восстановление после операции требовалось 3-4 дня, то сейчас человек может идти домой или на работу буквально через 10 минут после процедуры. После лазерной коагуляции, конечно, остаются небольшие синяки. Да, они несравнимы с синяками теми, которые образуются после обычной флебектомии. Противопоказаний для использования данного лазера нет. При проведении операции используется только местная анестезия, так как болевые ощущения минимальны. За счет использования инновационных лазеров, в том числе водных лазеров, уменьшился процент возможных вообще осложнений в хирургии вен. Это очень важно. Но иногда попытки сделать медицинские процедуры комфортными для пациента доходят до абсурда. Например, ученые изобрели специальные шумопоглощающие наушники, которые позволяют пациенту не слышать звук бормашинки. Наушники снабжены электронным чипом. Он позволяет пациенту слушать легкую музыку и голос стоматолога, но тщательно отфильтровывает сверлящий звук. Разработчики надеются, что такое изобретение поможет людям преодолеть страх перед осмотром врача. Но такие наушники могут и не понадобиться. Ведь теперь в кабинете у стоматолога на месте привычной установки для лечения можно увидеть лазер. И никаких пронзительных сверлящих звуков. Ведь для того, чтобы вылечить зуб, теперь достаточно лазерного луча. При работе традиционным методом, при работе бормашиной, за счет трения мы значительно нагреваем окружающие ткани. Следовательно, для этого и придумывались водные, воздушные методы охлаждения для того, чтобы снизить, скажем так, дискомфорт, связанный с болевыми ощущениями. Стоматологический лазер позволяет практически не использовать анестезию, ведь он имеет совершенно новый принцип воздействия. Когда мы работаем лазером, мы даже можем не касаться буквально поверхности обрабатываемой ткани, а держать наконечник на расстоянии миллиметр-полумиллиметра. И при этом мы будем добиваться того результата, который нам необходим. При воздействии лазера на зуб излучение не устремляется в одну точку, а равномерно распределяется. Не происходит нагревания тканей. Поэтому термический эффект от лазера отсутствует, и лечение проходит безболезненно. Значит, лечение будет без анестезии. Какие-то легкие ощущения, если это все в пределах того, что вы сможете, скажем так, вытерпеть, то тогда работаем без анестезии. При необходимости
добавим. Стоматологический лазер многофункционален. Он позволяет не только лечить кариес, но и делать разрезы, удалять зубной камень, лечить пародонтоз и даже отбеливать зубы. Также можем накладывать так называемые лазерные повязки, которые позволяют нам в некоторых случаях избежать наложения швов. Стоит лечение зубов лазером на порядок дороже. Но в данном случае повторное обращение с той же проблемой или выпадением пломбы исключено. На какие только мучительные процедуры не обрекают себя женщины, чтобы быть красивее и моложе. Инъекции, подтяжки и шлифовки – все это очень больно и недолговечно. Но, кажется, косметологи нашли путь к сердцам и кошелькам миллионов женщин. Они утверждают, что специальный лазер способен омолодить человека в рекордно короткие сроки и сразу на 10-15 лет. Эффект обещают чуть ли не пожизненный. Это самый первый в мире лазер, который предложил для эстетической медицины метод фракционности. Это лазер, который разрушает кожу не сплошным каким-то участком, как раньше когда-то была лазерная шлифовка, а он разрушает кожу именно маленькими фракциями. Исследования доказали, что возрастные проблемы кожи, морщины, обезвоживание, складки возникают не в верхнем слое кожи, а на глубине 1.5 миллиметра. Вот там есть коллаген, на который, собственно, и мы пытаемся воздействовать этим лазером. Уникальность этого лазера в том, что он воздействует именно на заданную глубину и при этом с определенной интенсивностью. Он выбирает этот параметр с учетом возраста пациента, каких-то проблем у пациента, насколько вы готовы быстро или не быстро решить эту проблему, насколько вы хотите оставаться в социальных, скажем так, кругах, пойти куда-то с друзьями в ресторан. То есть вы хотите иметь реабилитацию после процедуры, скажем так, очень четко оговоренную, да, с доктором. Разрушая старый коллаген, лазер автоматически запускает процесс создания нового. Каждая процедура разрушает порядка 20% кожи. Таким образом, за 5 процедур можно обновить кожу лица на 100%. Процесс образования нового коллагена длится 1.5-2 месяца. Компания запатентовала систему, она называется интеллектуальная, умная, оптическая трекинговая система. В аппарате есть встроенная видеокамера, есть датчик скорости обратный, который фиксирует скорость. Независимо от той скорости, с которой я двигаюсь, он формирует абсолютно одинаковое число зон повреждения. Такой метод получил название «кисть художника». То есть специалист воздействует лазером не один раз в определенной точке, а как бы разносит воздействие множество мазков. И если я в каком-то месте даже ошиблась, то за следующие мазки у меня итоговый заданный процент покрытия повреждения кожи будет тот, который я поставила в приборе. Чтобы избежать неприятных ощущений во время воздействия лазером, на лицо наносится анестезирующий гель. Перед процедурой проводятся специальные измерения, которые позволяют лазеру точно рассчитать равномерность воздействия на кожу. Сожмите губки немножко. Сама процедура длится 15 минут. После окончания лазерного воздействия верхний слой кожи остается нетронутым, поэтому к лицу можно прикасаться, можно умываться и наносить косметику. Разработчики уникального лазера гарантируют сохранение эффекта в течение 4-5 лет. Кожа качественно меняется. После одной процедуры она становится очень сияющей, свежей, ухоженной. Для того, чтобы проверить, действительно ли такой метод работает, женщинам нужно потерпеть всего лишь обещанные 10-15 лет. Если лазер не обманет ожидания человечества, то уже к 2100 году население планеты будет вечно молодым. Мегаполисы зажигаются по щелчку. Включаем Москву. Как города выходят из сумрака. Бывает, что даже мы работаем под напряжением. И что придает мегаполисам дополнительный объем? Смотрите после рекламы. Если свет зажигается, значит, так эволюции нужно. К такому выводу пришли американские ученые из университета Брауна. Они выяснили, что способность видеть у живых существ не является врожденной. Чтобы она появилась, на глаза новорожденного должны упасть первые лучи света, которые настроят его зрение и мозг соответствующим образом. Кто заботится о человеке и повсюду включает свет? Как зажигают в больших городах? И зачем работать от фонаря? Погасите свет и смотрите прямо сейчас. Включаем Москву. Наталья – главная по лампочкам. Каждый день диспетчер включает свет по всей столице. Сейчас идет момент включения.
Она зажигает 280 тысяч фонарных столбов, с которых светит 400 тысяч лампочек. Тоже включаемся? По ее команде загорается МКАД и все 11 тысяч светильников. Наталья зажигает свет в конце каждого туннеля. Алло, включаемся, 17:34. В одну минуту диспетчер Наталья освещает район за районом. Ни одна лампочка на улице не загорится без ее команды. Когда включать Москву, подсказывает специальный датчик. Этот датчик расположен в районе диспетчерской, и каждую минуту он выдает показания наружного освещения в районе диспетчерской. Как только отметка датчика достигнет 20 люкс, подается команда включить наружное освещение. Правда, иногда диспетчер сам решает, что пора зажигать. Потому что я включаю Москву. Если на улице пасмурно, да будет свет на 15 минут раньше. Диспетчерский пункт, как центр управления полетами, одним нажатием кнопки запускает ток по проводам. Одним звонком бригаду на вылет. Что значит плохой? Перегорели светильники? Бригада электромонтеров выезжает в ночной дозор. Евгений уже 10 лет помогает фонарям выйти из сумрака. Хорошая лампочка 2 года светит. Есть уникальные лампы, которые горят чуть ли не по 10 лет и не угорают. Есть такие светильники, которые себе горят и горят, а есть наоборот проблемные. В видении Евгения и его команды 2000 фонарей. Каждому фонарю свой подход. Открываем ящик Пандоры. В момент сгорания лампочки происходит небольшая вспышка, как бы типа короткого замыкания бывает. И бывает, что в этот момент ток как бы увеличивается и срабатывает автоматика. Из-за одной неисправной лампочки свет может пропасть по всей округе. Что-то мне вообще не нравится. Да ё-моё! Именно сейчас так и произошло. Больше 100 фонарей просто отключились. Каждую ночь городские электрики играют в квест. Задача – вернуть людям свет. Если когда там щит в таком месте находится, что ночью доступа нету, допустим, и надо, а он охраняется, специальный офис какой-нибудь труднодоступный, то поэтому бывает, что даже мы работаем под напряжением, без отключения напряжения, непосредственно в самом светильнике. Работать под напряжением для Евгения и его команды уже привычно. Электромонтер готов пойти на все, чтобы жизнь стала светлее. Даже взлететь. Поехали. С высоты фонарного столба Евгению видна вся столица и каждая перегоревшая лампочка на его участке. Но освещенный образ столицы уже в полночь погаснет. А освещение горит не всю ночь, оно до определенного времени. До 12 часов, вот в зимнее время в пределах Садового кольца до 12 часов, а за Садовым кольцом уже до 11 горит. А летом, конечно, подольше горит, до часу, соответственно, и до 12 за кольцом. Кроме дорог, светотехники занимаются художественной подсветкой. Памятники архитектуры, музеи, мосты, парки. Только в столице больше 1000 зданий, которые каждый вечер освещают сотни огней. Но эти напольные светильники можно и на тротуаре ставить, по ним можно спокойно ходить, кататься по ним, бегать, даже прыгать при прыжку. Напольные светильники выдерживают нагрузку до 40 тонн и работают в любую погоду. Художественная подсветка бывает двух видов. Локальное освещение для детализации, заливающее придает объем. По соседству световые приборы разного оттенка. Холодный синеватый свет, чтобы лучше видеть объект. Теплый желтый, чтобы приятно было на него смотреть. Год мегаполис прожигает почти 400 миллионов киловатт-часов на освещение улиц, домов, мостов и памятников. Экономить электричество можно, например, лазерной подсветкой. Причем иногда она и сама может зарабатывать. В лазер можно забить огромнейшее количество этих и логотипов, там, и пожеланий при этом, там, не знаю, с Новым годом, там, дорогой банк или там дорогой Вася.
Вот. В общем, в этом смысле больше гибкости лазер обладает. Вот. Ну и, конечно, еще плюс большой это дальнобойность, естественно, лазера. Ну, расстояние, в принципе, не ограничено вообще ничем. Лазер прорисовывает только контуры. Сложные узоры и рисунки на зданиях создает специальный проектор. Вот мы сейчас с вами смотрим, как бы по лучу. То есть вот стоит сам проектор лазерный, а картиночка там. То есть мы работаем как бы во фронт. Вот. А обычно работается наоборот. Вешается полупрозрачная ткань, ну, тюль обычная. Вот. Лазер стоит как бы за ней, зритель перед ней. И она светится сквозь ткань. Такое впечатление создается только у жителей окрестных домов. На самом деле расстояние свечения проекции ограничено препятствиями, например, соседними зданиями. Если такой метод использовать, то дорогостоящую установку необходимо монтировать в каждом дворе. В ближайшем будущем работы у электриков заметно убавятся. Новые умные лампочки сами будут отправлять сигнал о поломке на пульт диспетчера. Смогут ли светильники и столбы сами себя ремонтировать, науке пока неизвестно. Дети променяли ясли на офис. Сколько на самом деле стоит спокойствие родителей? Мы потратили примерно 1,5 миллиона рублей. И зачем крупному банку игровая комната? Смотрите после рекламы. В России новый тренд. По следам семейных медицинских центров идут семейные корпорации. И это совсем не преемственность бизнеса. Детские сады больше не в моде. Дети надевают костюмы и отправляются с родителями на работу. Чем начальники заманивают младенцев в офис? И может ли ребенок помочь заключению важного контракта? Смотрите прямо сейчас. Мировые инновационные компании все больше заботятся о своих сотрудниках. В России этот тренд сегодня тоже начинает набирать обороты. Сегодня модно открывать детские сады при офисах. Если родителям не с кем оставить ребенка, они могут просто взять его с собой на работу. Зарубежная практика, она предполагает именно вот такую полную самореализацию, а не в большей степени зацикливание на доме, на семье, на хозяйстве. А у нас там несколько там другие, на мой взгляд, корни происхождения этого вопроса. Скорее вот от недостатка государственных детских садов. В Москве не первый год пытаются решить проблему очередей в детские сады. По официальным данным, в очереди в дошкольные учреждения на 1 сентября 2011 года стояло 15 тысяч человек. Но детский сад при офисе – случай пока еще редкий и дорогостоящий даже для столицы. Москва – огромный город. То есть, если вы сделаете на юго-западе детский сад в офисе компании, то вряд ли кто-то с севера поедет туда вести ребенка 1,5 часа там по пробкам, да? А если большие компании, которые работают в относительно небольших городах, думаю, что они могут себе это позволить. Захотят, это уже вопрос к ним. Руководство отделения крупного банка в Обнинске рискнуло, и полгода назад в служебных кабинетах открылся сад для детей сотрудников. Для того, чтобы просто запустить проект, для того, чтобы провести ремонт, сделать сам архитектурный проект, оснастить учебные материалы, приобрести, мы потратили примерно 1,5 миллиона рублей на это. Содержание детского сада, которое включает как бы все, оно стоит примерно свыше 5 миллионов в год. В США корпоративные детские сады не только распространены, но и приносят прибыль. Сеть учреждений, создаваемых американской компанией Bright Horizons Family Solutions, растет из года в год. Менеджеры западных корпораций считают, что включая в социальный пакет офисные детские сады, они сокращают текучку кадров и экономят на поиске и обучении нового персонала. 26% американских менеджеров отклоняют предложение о переходе на другое место работы только из опасения потерять корпоративные ясли. В Америке организовать такой сад очень легко. Часто это просто игровая комната, где детей оставляют только на время работы. Кухни иногда просто нет. Дети едят домашнее или из ресторана. В России же лицензию на работу выдают только если весь немаленький список требований, предъявляемых дошкольным учреждением, выполнен. Для 25 воспитанников в возрасте от 2,5 до 6 лет в этом детском центре созданы все условия. Вы находитесь в нашем детском центре, центре развития ребенка, который называется «Оранжерея». Вот хочу показать, как мы живем.
еще нам нравится. HR-специалисты считают, что от такого нововведения только плюсы, и все затраты оправданы. Сотрудники спокойные, берут меньше отгулов, число опозданий на работу сокращается. Достаточно как бы неожиданный эффект на, в целом на сотрудников. Знаете, когда ты приходишь на работу в банк, а вместе с тобой утром заходят детки, которые радостно идут в детский сад, а потом, когда ты выглядываешь из окна, у тебя там у нас есть массовые здесь подразделения, которые работают, где много народу, большой open space, и когда люди, понятно, интенсивно работают и устают, выглядывают в окно, а там гуляют детки на детской площадке, это создает какой-то другой эмоциональный настрой. Поэтому это такой неожиданный, немного неожиданный для нас побочный как бы положительный эффект. По данным исследований, при прочих равных условиях наличие в компании детского сада окажется решающим фактором для трети опрошенных. Но при этом 65% признались, что наличие детского сада в компании при смене работодателя для них преимуществом не будет. Психолог Светлана Штукарева не верит, что дети в офисах не могут нормально развиваться. Ребенок может прекрасно представлять, что мама где-то совсем рядом, в двух шагах. И его такое вполне осознанное и законное детское право быть там, где мама, и он захочет туда пойти, а это вроде как нельзя. И вот смешение понятий, что ли мама рядом, но недоступна, вроде как можно и нельзя. То есть для ребенка это, в общем, ну, травма не травма, но, в общем, не очень такое приятное, что ли, переживание. Решение, по словам психолога, простое. Открытие детских комнат прямо в офисах компаний, за стеной у родителей. Пока это не очень популярно. В Москве «Инфомании» удалось обнаружить только одну подобную комнату при крупном информационном агентстве. Это группа так называемого кратковременного пребывания, где дети могут находиться в течение нескольких часов. Такой график удобен для родителей, у которых неполный рабочий день, и тех, кому просто не с кем оставить ребенка днем. С профессиональными педагогами время для детей проходит незаметно. Работодатели, которые поддерживают такое начинание, в этом только большой плюс, потому что и дети приобщаются, то есть к культуре работы, и они видят, что, чем мама занимается, да, как она проводит свое время, как организована структура. Они приобщаются к этому, и только от этого большой плюс. Дети становятся частью корпоративной культуры. Семья теперь не ячейка общества, а условия для успешной работы компании. Университетов и школ корпорациям становится мало. Теперь профессиональные кадры начинают воспитывать в детском саду. Болиды Формулы-1 приедут в Россию. Зачем мотогонщикам велосипеды? И сколько заработает российская трасса? Английский язык завоевывает планету, где в столице уже запрещают говорить по-русски. 5, 4, 3, 2, 1. И кто загрузил в сеть лучших переводчиков мира? Виртуальная гитара. Гитара. Настраивать не надо. Или все-таки книга? Ее можно кидать, она может падать без всякого для себя ущерба. Каким будет лучший подарок в 21 веке? Смотрите в следующем выпуске в 0:30.